Около 6 миллионов гривен задолжали городскому бюджету владельцы элитных автомобилей с двигателем больше 3 литров и возрастом до 5 лет, так называемый транспортный налог. Об этом сообщила директор городского департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, за 11 месяцев этого года одесскую казну ожидают поступления 5 миллиардов 52 миллиона гривен. Немалую долю составили и новые статьи дохода. За 11 месяцев текущего года в бюджет города поступило новые платежи 308 миллионов гривен. Это акцизного налога 243 миллиона гривен, транспортного налога 24 миллиона, налога на недвижимое имущество 41 миллион гривен. Налога на доходы физических лиц по городу Одессе поступило более 2 миллиардов гривен. Дорожный фонд, сформированный в этом году, составил порядка 270 миллионов гривен. Это поступление от акцизного и транспортного налога. Ожидают изменения в налогообложении на коммерческую недвижимость. В 2016 году налог на недвижимость, как коммерческую недвижимость, будут платить не только юридические лица, но и физические лица, субъекты предпринимательской деятельности. И здесь, конечно, предстоит большая работа.